Сегодня исполнилось 99 лет Куломзинскому восстанию в Омске. Благодаря коммунистам эта дата не предана забвению. В день расстрела революционеров колчаковцами на площади борцов революции в Кировском округе собираются представители разных поколений, чтобы почтить память погибших. Подробности в нашем сюжете. 22 декабря омские большевики восстали против Колчака. Центром революционного сопротивления стала станция Куломзина. При подавлении мятежа железнодорожников, рабочих, солдат было убито 144 человека, расстреляно 117. Рядом с братской могилой участников восстания в 1925 году был установлен памятник. Он сохранился только благодаря коммунистам и омским ветеранам. Когда было советское время, все тут было все нормально, а когда развалился Советский Союз, начались проблемы, памятник почти до оснований был разрушен. Благодаря, на самом деле, настойчивости ветеранов Кировского округа, Совета ветеранов, здесь проводятся мероприятия, и в том числе создается возможность сохранения этого. Почтить память погибших большевиков пришли представители старшего поколения, школьники и студенты. Памятник жертвам Куломзинского восстания – это история нашего края, история страны. Здесь раньше проходили демонстрации, посвященные разным событиям в советское время. Теперь это место памяти тем событиям революционным, когда жители Куломзина в то время, так назывался Кировский район, встали против Колчака. По традиции, после возложения цветов мероприятие продолжается в школе номер 97 имени Любови Полищук. Для гостей, ветеранов, жителей Кировского округа ребята ежегодно готовят концертную программу. Педагоги и ученики перелистывают страницы истории, вспоминают о трагических событиях, которые произошли 22 декабря 1918 года. Куломзинские рабочие не смогли выстоять против гнета войск верховного правителя. И сопротивление было жестоко подавлено. Мероприятие уже стало традиционным у нас, потому что непосредственно в нашем микрорайоне находится памятник Куломзинскому восстанию. И дети наши, конечно же, проходят каждый день через этот парк, видят этот памятник. Историю надо знать. И дети должны знать, чтобы у нас, как говорят, без истории, если не знаешь историю, нет будущего. В этот памятный день народные избранники от КПРФ Иван Федин и Василий Архипов вручили медали к столетию Октябрьской социалистической революции. Почетную награду получили активисты общественной ветеранской организации, педагоги и ученики школ Кировского округа. Ираида Масленникова в советское время была заместителем директора по воспитательной работе теперь уже несуществующего механико-технологического техникума. Этот день 22 декабря я праздную уже 55-й раз с того момента, как пришла работать в техникум. Мы всегда со студентами приходили к памятнику и возлагали гирлянды, возлагали венки. Столько много лет. Сегодня для меня хороший праздник. Я вернулась в Советский Союз, где были счастливы все, где было все хорошо. Алла Левина, Александр Филиппов, Обком ТВ.